вы любите играть в игрушки? Нет, я серьезно. Я, например, очень люблю. Поздно вечером, когда дети уснут, я пробираюсь в их комнату, аккуратно, чтобы не шуметь, беру деревянные игрушки и забываю обо всем на свете. Вот это, например, одна из моих самых любимых. Сделано в подмосковном селе Богородское. Подмосковье, село Богородское. Старинный русский центр деревянной кустарной игрушки. О том, что и сегодня она играет важную роль в жизни села, видно уже буквально на улице. Деревянные скульптуры – непременная часть местного пейзажа. Чаще всего среди этих деревянных скульптур встречается образ медведя. Один из самых традиционных сюжетов Богородской игрушки – это мужик и медведь. Если у нас планочки приходят в движение, у нас мужик с медведем по очереди начинает ударять по наковальне. Такой символ сейчас – это символ фабрики, символ предприятия. В Богородском промысле медведь – это самый такой распространенный персонаж, который он позволяет с ним делать, в общем-то, творить что угодно. Вот. Он и с человеком взаимодействует, он и в наших сказках, в легендах, да, в русских все это. Вот. И более, когда я делаю вот изделие медведя, скульптуру, больше душа, что ли, вкладывается, радуется, когда это все делаешь. Специфика нашей работы – мы должны не просто делать какие-то творческие вещи, мы должны делать еще вещи, которые должны быть нужны людям. Богородское расположено рядом со знаменитой Троицей Сергиевой Лаврой. По местной легенде, первые деревянные игрушки в этих краях делал еще Сергий Радонежский, основатель Троицкого монастыря, а свои поделки он дарил крестьянским детям, которые приходили к нему в обитель на богослужение. Вообще Сергиев Посад – это центр ремесленничества Московской Руси. И там, почему там образовывались промыслы? Так как Сергиево-Посадские земли отличались низким плодородием, и приходилось искать какой-то побочный заработок. Поэтому там и была игрушка из папье-маше, которая красилась, и резьба по дереву сергиевская, так называемая резьба. Потом она плавно перекочевала в село под названием Богородское, где мы сейчас с вами и находимся. Рядом с Лаврой в прежние времена селились различные ремесленники. И это неудивительно, ведь за надежными толстыми стенами можно было укрыться во время вражеских набегов. Точной даты создания промысла неизвестно, но приблизительно 350-400 лет. Известно, что еще даже сам Петр I играл Богородской игрушкой. Как о каждом промысле, о Богородском существует много легенд и преданий. Одна самая известная – про первую куклу Аунку. Мужик дома зимой в Богородском у нас непосредственно, ну, работы не было. Сначала летом занимались все хозяйством, зимой все, так скажем, сидели практически без дела. Ну, мужик сидел, стругал, вырезал, значит, какую-то, ну, так скажем, небольшую куколку. Назвали ее потом все-таки Аука такая. Она у него валялась там где-то. Ну, вырезал, бросил, да, детишки его поиграли. И забыли. Потом он как-то поехал опять же вот к Сергиевой Лавре, там на рынок, что-то продавать. И захватил эту игрушку. Возьму-ка ее вдруг, ну, продам кому-нибудь. Вот. Так и вышло, да, он приехал, у него купили. Значит, он еще сделал, потом ему стали заказывать еще и еще. Это же работа 80-х годов автора Варганова. Как и первая аука, классически вписывается в трехгранную щепку. Если мы возьмем в ручки и посмотрим основание, это треугольная щепка. Почему треугольная щепка? Как правило, отпиливался чурак, то есть это кругляк от бревна, и кололся на маленькие треугольнички. Любопытно, что и крестьянские, и царские дети играли одинаковыми игрушками, потому что делали их в одних и тех же мастерских. Игрушки обычно вырезали всей семьей. Самым главным в этом деле был отец, самый опытный резчик. Секреты своего промысла он получил от своего отца, а тот от своего. Вот так из поколения в поколение передавалось это мастерство. Это самая первая черновая обработка, то есть обрубить все лишнее.
самым грубым инструментом. У нас должен получиться медведь-лыжник. У нас это называется долбежка. В нашем лексиконе надо изделие задолбить. Вот мы должны найти сейчас форму спины, изгиб, где у него будет лопаточки, затылочек, ушки, наметить мордочку. Мы отсекаем сейчас все лишнее. Как сказал там скульптор Роден, по-моему. Ну вот мы сделали грубую обработку на стамесках, задолбили его. Теперь мы будем работать ножом. Сейчас мы ножик отправим на провилочке. Не надо резать вот так вот, а чуть-чуть. Нужно стараться вести фасочку, чтобы она была длинная, ровненькая, и стараться ножом показать вот все изгибы, выворачивать. Мишка получается. Сейчас мы ему сделаем носик и ротик. Все, теперь мы будем расписывать. Возьмем стамесочку и будем имитировать шкурку. Этот прием в резьбе называется веревочка. Если присмотреться, она похожа на веревочку. Мы его расписали. Теперь у нас вот есть у медведя мех. Сейчас мы будем делать... Сейчас закончим с мордочкой. Ну вот наш Мишка и готов. Надо ему только сделать лапки. Лапки. Сейчас мы сделаем шипик, чтобы приклеить его к площадочке, к лыжам. Можно ехать на Олимпийские игры. Врезаем оставшиеся ниточки. Все. В Богородском трудно найти семью, в которой не было бы мастера-резчика. Евгений Птицын приехал сюда из Нижегородской области и до этого художественной резьбой не занимался. А сегодня деревянная игрушка вполне может стать их семейным делом. У меня две дочери. Одна закончила вот художественный колледж игрушки в Посаде. Вторая учится, дочь. Как бы вот, так семейно немножко продолжается художественное направление, да. Изначально многие мастера делали игрушки только для своих детей. Брали для этого материал, который оставался от больших работ. Ведь вырезали они и скульптуры, и наличники, и беседки. А потом все изменилось. Это не просто для нас стало как бы хобби или какое-то увлечение. Это стало работой. Промысел дорог каждому человеку, который здесь отучился. Рано или поздно он вертается опять к резьбе, если он даже бросает заниматься резьбой по дереву. Как правило, получается так, вот ты эту работу делал, 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 и мучился, ночей не спал. А когда сделал, и уже думаешь... А надо бы что-то уже новое. Потому что какие-то ошибки, и думаешь так, что... А вот здесь бы я сделал как-то уже, наверное, по-другому. Есть такое выражение «лясы точить». Сегодня под этим понимают шутливую пустую болтовню. А когда-то точить лясы обозначало не что иное, как ремесло. Это умение вырезать из дерева фигурки коней и птиц. Лясами также назывались резные столбики-подпорки для перил. А в Нижегородском крае лясами-балясами, то есть
яркими и забавными, так же именовали и сами деревянные игрушки. Были у деревянных игрушек и другие названия. Топорщина, ведь топор наравне с ножом один из главных инструментов кустаря. Болвашки, от слова болванка. А в Богородском игрушки часто называли щепье, щепной товар. Это уже от слова щепка, тоненькая дощечка. Вот здесь мы видим такие срезы, это называется фаски. Такая вот стилистика богородской игрушки, чтобы был виден срез от ножа. Здесь мы видим порезки у медведя, например, как играет у него шерстка. Это делается стамеском. Здесь используется нож. Она как щепная, смаху такая резьба. Именно традиционная богородская игрушка и славилась тем, что она была смаху, щепной игрушкой. Самую сложную деревянную игрушку мастера-резчики могли сделать, пользуясь только одним ножом, которым владели виртуозно. Для резчика главное инструмент, рабочее место, верстачок. Ну, в общем-то, ну и опять же, да, желание для того, чтобы что-то сделать. Порой бывает так, что вот та работа, которая запомнилась, она сделана в единичном только экземпляре. Ее второй раз уже не повторишь, и она может даже никому... Это сложно ее кому-то уже предлагать. Для того, чтобы обучиться, нужно вот терпение, усидчивость, трудолюбие. Что сейчас для современной молодежи вообще-то это немножечко сложно. Но, тем не менее, есть, приходят ребята, вот, и, так скажем, продолжает с промысел. Создавая из деревянных игрушек групповые композиции, многие мастера, в том числе и богородские, использовали известные исторические или сказочные сюжеты. У меня в руках композиция на сказку «Медведь хвостун». «Медведь хвост, если что, умеет летать». Медведь летать умеет, конечно же, у нас богородский медведь. В популярных сюжетах был свой деловой интерес, ведь покупатель охотнее всего приобретал для своих детей фигурки тех персонажей, которые они любили и хорошо знали. Когда над кем-то хотят пошутить, говорят: «Ну что с него возьмешь? Трудное детство было у человека». Вырос на деревянных игрушках. И при этом шутники не понимают, что на деревянных игрушках выросли и Ньютон, и Менделеев, и Пушкин, и Шекспир. Главный герой знаменитой сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» – никто иной, как деревянная игрушка «Щелкунчик». Кстати, родина Гофмана – Германия – на протяжении нескольких столетий была основным производителем игрушек в Европе. Сейчас такое красивое слово есть – креативное мышление. Раньше оно означало, что человек как-то не так мыслит, он... с художественным уклоном, он что-то может придумать, что-то может... Вот. И вот как раз-таки на кубиках вот креативное мышление-то оно и рождалось, оно и появлялось. А сейчас у наших детей что, компьютер? Там смартфон? А вот, кстати, те люди, наверное, которые придумали этот компьютер, вот они-то как раз-таки на этих деревянных игрушках и учились. У меня были деревянные игрушки, которые достались мне от моих родителей. Пару галашей, пару корабликов, пару самолетиков. А мой ребенок играет деревянными игрушками, которые делаю для него я, его мама. У меня есть пирамидки, кубики, но все они сделаны из дерева, что не может меня не радовать. Это натуральный продукт. Это теплота и душа. Вложена исключительно моя, для моего любимого ребенка. И такая игрушка намного полезнее, чем игрушка, купленная в магазине из пластмассы. Творчество творчеством, но игрушка должна выполнять свое главное назначение. Она должна быть игрушкой. Именно поэтому дети диктуют, что и как нужно делать взрослым. Наши главные советчики и попутчики – это наши дети, которые нам, судя по тому, что они растут, они нам говорят: «Мама, каталка-слоник мне неинтересна, мне нужна машина». И мы думаем, что пора делать машину. То есть растем вместе с нашими детьми, мы растем и в творческом процессе.
Деревянные игрушки – это классика игрушек для детей. Игрушки, сделанные из дерева, они имеют такое свойство очень хорошее. Соприкасаясь с ними, человек обменивается энергией. С такими игрушками приятно играть, их приятно держать в руках. Игрушки, они создают творческий полет фантазии у детей, развивают моторику, что немаловажно для развития ребенка, его воображения, творческих способностей. Екатерина и Татьяна живут в Москве. Когда-то деревянные игрушки были для них простым увлечением, но вскоре это стало любимой профессией. У Татьяны теперь муж занимается тоже деревянными игрушками со своими идеями. То есть это очень заразно, очень интересно. А мой муж, он прорабатывает, находясь в этой творческой атмосфере, у него уже есть свои идеи, он делает какие-то свои игрушки. Ну, то есть это те вещи, которые действительно сделаны с душой, с любовью и окружают нас в повседневной жизни. И это самое главное, потому что так становится дома теплее и радостнее. Вот так как-то мы и живем. Деревянные заготовки для своих игрушек мастерицы покупают в магазине и уже потом придают этим деревяшкам, как они их называют, совершенно другой вид. В домашних условиях можно легко из обычной деревяшки с помощью красок, различных декоративных элементов создать неповторимую индивидуальную игрушку вместе с ребенком. Покрасив такую игрушку красками, легко можно ее задекорировать обычными наклеечками. То есть можем украсить игрушку различными цветочками, а у лошадки сделать глазки. Вот, украсить ее, допустим, гриву различными цветочками. Вот совершенно такая преображается деревянная фигурка, неповторимую игрушку. Вот. Ну, примерно вот так вот. Получается вот такая вот лошадка. В 19 веке популярностью пользовались макеты зданий, кукольные домики, фигурки солдатиков. Потом на смену им пришли поезда и машины. У каждого времени свои деревянные игрушки. Теперь, смотря мультики и развиваясь, изучая окружающий мир, мы стали интересоваться всякими роботами. И девочки, и мальчики, у всех один и тот же период. Таким образом, недолго думая, мы решили, что робот тоже может быть деревянным. И создали потрясающего и уникального Семёна. Алексей Лильчук вырезает игрушки для ребятишек одного из московских детских садов. В отличие от Екатерины и Татьяны, он считает, что игрушки должны быть максимально простыми. И в этом есть очень глубокий смысл. Если игрушки обобщенная форма, то ребенок может себе представить, что это и легковая машина, и грузовая, и современная, да, она такая обтекаемая, и старинная. Вот, а может быть, это вообще карета, тут лошадку приделать. И в этом развивается фантазия. По мнению психологов, ребенок должен понять, как связаны между собой разные вещи и предметы окружающего мира. Когда малыш берет в руки деревянную игрушку, ему важно объяснить, что общего между ней и деревьями, которые он много раз видел в своей жизни. Вот оно росло, да? Он может себе представить, что его там, значит, срубили, распилили, пошкурили, и вот оно и есть тут. И для него это важно, он как бы этот процесс чувствует. А если он видит пластиковую игрушку, но он не знает, откуда она взялась. Где-то там выкачали нефть, перегнали ее, выдули, экструдировали. Ну, если даже ему это объяснить, это ему все равно ничего не скажет. Деревянная игрушка, она более теплая, живая, даже вот просто если взять в руки, каждый человек почувствует, да, какая даже от игрушки, деревянной, да, тепло какое-то исходит, живое. Игрушки обычно вырезали из березы, осины, сосны или липы. То есть из мягких пород деревьев, которые легко можно обработать с помощью обычного ножа. Самые древние куклы, найденные во время археологических раскопок, были сделаны из дерева.
древнеегипетским куклам около 4000 лет. Их вырезали из тонких деревянных реечек, а затем наносили узор вместо одежды. Голову такой куклы часто украшали деревянными бусами вместо волос. Дерево и сегодня остается незаменимым материалом для игрушки. Может, потому что этот материал ближе всего к живой природе? Очень долго богородские мастера не раскрашивали игрушки. Они делали так называемое белье. Когда игрушки вывозили на продажу в Сергиев Посад, уже там местные умельцы покрывали их красками. Поэтому раньше богородским мастерам приходилось делать только то, что заказывали им сергиево-посадские художники. Сегодня ситуация иная. Так как мы как-то делаем без братцев, мы сами придумаем. Ну, красим, и у нас само собой красится, придумывается. Раскрашенные игрушки появились в Богородском только в 20 веке, когда здесь возникла своя кустарно-игрушечная артель, а потом уже при советской власти и фабрика. В годы войны уникальная местная игрушка стала настоящей валютой. Предприятие работало, например, в период войны в две смены. Даже были известны такие факты, когда мужчины отзывались с фронта для работы на промысле. Когда шли ожесточенные бои на Курской дуге, мастер Максимов, вот здесь представлена тачанка, которая выполнена его руками вместе с другими соавторами, он был отозван с фронта для работы на промысле. В основном, конечно же, работали женщины. Даже в этот период появилась такая поговорка: «Меняем игрушки на пушки». Делалась мелкая сувенирка, менялась как бы с Америкой, как бы в такой бартер. Многие богородские игрушки могут двигаться. Для этого обычно применяется грузик, который подвешивается снизу. Вот один из самых часто встречаемых движений в богородской игрушке – это баланс. За счет грузика двигается, когда у нас игрушка. Вот такие замечательные кружева плетет наша зайчиха. Такой вид движения вы не встретите ни в одной игрушке. Следующий вид движения – это тумбочка. Внутри почти на всю длину просверленное отверстие, оставлена пружинка в конце. И большая такая палочка, которая является у нас кнопочкой. Мы нажимаем на кнопочку, у нас пружинка сжимается, под усилием разжимается, и игрушка наша оживает. Вообще любое движение делает игрушку интереснее и притягательнее, особенно если это многофигурная композиция. Ну и большая богородская игрушка – крестьянский двор. Все движение – это весь механизм. Это планочки деревянные и нитки. В определенный момент, как ниточки задеваются планочками, игрушка начинает оживать. Здесь у нас при движении рычага мама начинает кормить кур. Куры клюют, детки качаются на карусельке, дед играет на балалайке, а папа занимается заготовкой дров. Это называется мешкостроитель. Кирпичи. Это у него мастерок. И все. Играет. Медведь-строитель. Когда-то деревянная игрушка была всего лишь кустарным промыслом, побочным заработком для крестьянина. Но со временем она стала самым настоящим произведением народного искусства. Такие игрушки, они долговечные. Деревянные игрушки, они... Это те игрушки, которые запомнятся ребенку на всю оставшуюся жизнь и будут передаваться с поколения в поколение. Китайцы создали цивилизацию с помощью деревянных игрушек, и индусы создали цивилизацию, и, наконец, и римляне, и, наконец, европейцы. Игрушка из дерева пережила тысячелетия. Часто вырезанная с помощью обыкновенного ножа, она и сегодня продолжает удивлять своей таинственной простотой. Как-то раз знаменитому французскому скульптору Агюсту Родену, тому самому, который изваял мыслителя, подарили фирменную богородскую игрушку. Он хранил ее у себя дома. И вот однажды к нему в гости пришла группа русских художников-модернистов. Они говорили о новых течениях в искусстве, кубизм, футуризм, сюрреализм. В общем, о том, что надо искать новые, нетрадиционные формы. Роден внимательно выслушал горячие речи русских модернистов, а потом достал свой подарок из села Богородское
и сказал своим гостям: «А многие ли из вас могут выточить такую игрушку?»